Всем привет! Прочитал комментарии по прошлому видео за индукционку по измерению тока. Так, что хотелось бы проверить? Да, действительно, если как-то расположить вот эти два бифиляра, их последовательно, чтобы они заработали, по идее мощность на лампочке должна быть больше. То есть, чтобы увеличить мощность на лампочке, нужно увеличить количество витков. Но так как у нас провод в изоляции, он занимает, как говорится, много места. Больше не намотаешь. Давайте попробуем сейчас включить последовательно две катушки и посмотрим, будут ли гореть лампочки или нет. Так, запускаем все. Как же его? Сейчас это все сделаем, проверим. Так. Печка загорелась. Эх, не получается. Никак. Одну-то получится. А может даже и одну не получится. Нет, даже одна не запускается. Когда они последовательно включены, не получается ничего. Ух ты, железо греется моментально. Так, в общем, не получилось ничего. Видите, никак. Никак оно, во-первых, не запускается. Думаю, следующий опыт нужно попробовать намотать тот же самый бифиляр, только тонким проводом. Ну, допустим, там, я не знаю, что у нас есть. Или таким проводом, или каким-то потолще. Посмотрим, как оно будет работать. Вот, ну ладно, следующее видео постараюсь подготовить, что получится. Ну а пока все, этот вариант не прошел. Не получилось у меня две последовательно катушки включить. Оно не заработало. Ладно, всем пока.